Она парит! Ну все, ладно, дерево ее оставило. Всем привет, народ! Меня зовут Шет, и зацените мой новый Гелендваген Г500! Какой он офигенный, послушайте его звук. И сегодня мы будем на нем куролесить и разбивать его в игре BeamNG Drive. Так что давайте начнем с мертвой петли. Не знаю, получится нам что-нибудь сделать с ней, на ней или не получится, но давайте попробуем. Давай. Так. Аж пробуксовка идет. Давай, 22-24 метра в секунду. Давай, 30 метров в секунду. Давай. Давай, давай, ты сможешь пролететь это колесо сраное. Ау! Черт, почти пролетел, но... О-хо-хо-хо! Вот это да! Просто в щепки! Офигеть! Вот это красиво, я его смял. Ладно, давайте попробуем еще разочек. На этот раз по-другому. Давай. Аж с пробуксовочкой уходим вперед. Ну-ну-ну-ну-ну. Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум. Такс, давай. Блин, опять не в ту сторону. Нам нужно держать его влево. Начать поворачивать. Ни хрена себе, я его повернул влево, боже. Ох! Я сделал из Гелендвагена сраный блин. И только руль на месте остался. О боже мой. И разгон, 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 разгон. Сейчас все будет отлично. Сейчас все будет отлично. Ну че ж ты делаешь-то? Ну как так-то? Так, да, он смог. Он практически красиво выехал и вау, даже перевернулся круто. И чё, он жив вообще? Эй, чувак, ты живой там? Как все дела? Ты ехать будешь? Не, ехать он не будет, потому что у него шасси, видимо, сломано. Ладно, окей, это было забавно. Белый гелик. Что ж, там есть еще одно испытание, которому я хотел бы его подвергнуть. И это испытание называется «Лютое бездорожье», где я его бы хотел сравнить, я не знаю, с... чем-то. Ой-ой-ой, лед. На льду все херово. Ладно, вот так. Вот здесь у нас роща. Такой каньончик. В этом каньоне, как такая, знаете, проселочная дорога в обычную русскую деревню. Так что сейчас мы с вами возьмем его заново и попробуем тут проехать. А потом сравним его с нашей народной машиной. Так, ну-ка давай осторожно. Видите, тут очень красиво все. Очень клево, даже по птички шелестят. Вот, и листочки. И кочка на кочке. Это либо подвеска, либо птички, я не знаю. Так, тон. Давай, осторожно. Ну, в принципе, проблем эта трасса у гелика не вызывает. Ладно. Окей, все достаточно легко. Все как-то вообще слишком изи. Даже в конец так выпрыгнули. Конечно, мы покоцали его немножко. Чуточку. Совсем чуточку. Это ремонт войдется нам в 100 рублей. Вот. Ну ладно. А сейчас давайте попробуем пройти это же бездорожье на народной машине ВАЗ-2106. Чисто по фану. Давайте проверим. Ух. Какая мощь двигателя, а? Как рычит-то. Ну, кстати, едет достаточно бодренько. Ух. Тут есть на вопрос, который меня вызывает... Это сможет ли она заехать на вон ту гору? Тут, в принципе, ну, едем достаточно спокойно. Без проблем. Раз же движок рвет, как бешеный, но ничего. Так, давай, решающая горка. Давай, газуй. Врум. О! Ай да шестерка. Ай да молодец. И гляньте, я даже вроде на нее врезался, но ничего не случилось. Она все так же прекрасно себя чувствует. И даже без прыжка нормально так уехала. Окей, здесь они могут как-то соревноваться. Давайте проверим на каком-нибудь другом испытании их вместе. Я не знаю, каким упором нужно быть, чтобы тестировать машину на вот такой вот непонятной конструкции, но мы попробуем. В общем, цель заехать наверх. Давайте начнем с шестерочки, посмотрим, что сможет она. Сможет ли она хотя бы тут заползти хоть как? Ну, главное не врезаться. Так, давай. Вперед, вот так осторожненько. Вот. Ух ты, слушай, нормально ползет. В принципе, даже... Я ожидал, что все будет гораздо хуже. Ну-ка. Ух ты. Ай да шестерка. Ай да молодец. Так. Оп-ля-ля. Ничего себе, вы гляньте. А тут как бы ювелирная работа. Нужно очень осторожно быть, ехать, но в то же время машина, в принципе, забирается без особых на то проблем. Вау, меня это прямо шокирует.
Так, вот здесь я, наверное, сейчас шмякнусь, да? Нет, не шмякнулся. Вау. Не шмякнулся. Я проезжаю это. Нифига себе. Ой, это тяжело сейчас было. Вот это сейчас было опасно, ладно. Так, давай, давай, осторожненько, шестерочка. Давай, родименькая. Давай, давай. Фак. Вот тут я сел на брюхо. Все, она дальше не поедет. Ни вперед, ни назад. Хотя у нее задний привод. Да, и колесо ее прокручивается, но все. Шестерочка дальше никуда не поедет. Ладно, давайте попробуем Гелендваген. Мега крутой Мерседес. Давай проверим, как сможешь проехать здесь ты. Но че ты на первом же кочке пытаешься забуксовать? Ты серьезно? Слушай, по-моему, тут реально шестерка как-то лучше ехала, чем ты. Вы серьезно? За счет того, что шестерка, она была гораздо менее мощная, она не пробуксовывала на всех этих кочках. А гелик, он просто берет и тупо даже заехать не может. Вы посмотрите на это. Помните, как тут легко проехала шестерка? Вон, бампер отвалился. Охеренно. Ладно, без бампера ты сможешь? Давай. Давай, давай. Че ты? Ты серьезно? Господи, стыд и срам. Просто уделом. Я считаю, что здесь гелик просто уделом. Давайте попробуем еще разок, но я не думаю, что что-то сильно изменится. Давай вот так, осторожно. Тук-тук-тук-тук-тук. Но. Давай, вот, давай. Он не может заехать на горку, вы смотрите, он не может, он скатывается. Я косую вперед, ему не хватает мощности. Какого хрена? Что за ерунда? Давай, вот, заехал, господи. С горем полам на эту лестницу он заехал. Нет, пожалуйста, нет, ну нет, я не хочу тебя обратно загонять. А, тут моя ошибка, ладно, давайте, еще разок. Так. Рондон-дон, давай, рондон-дон. Я не знаю, как его загнать сейчас на эту лестницу. С трудом, наверное. Давай, ползи. Ползи, чувак. Ну что ж ты такое-то? Че ты вообще не едешь? Давай, вперед. Блин, да вы гоните. Серьезно, что ли? Давай, едь вперед. Давай. Ну, заползай. Вот тут проскальзывает, там за... А второе колесо не можешь заехать. Обалдеть. Чувак, мне стыдно, просто стыдно. Реально, шестерка лучше тебя себя ведет. Все, и он теперь съехать не может. Колесо застряло, и он... И что-то начинает лагать. Окей, ладно, я думаю, что, ребят, мы все с вами согласимся, что гелик тут просрал. Окей, вот здесь такая череда трамплинов. Давайте попробуем посмотреть, как на ней поведут себя и гелик, и шестерочка. Врум, и легко. Врум, легко. Даже с избытком мощности и уработался капотом. Все, больше он не поедет никуда. Ладно, надо просто, оказывается, было послабее. Ладно, слишком, видимо, мощная машина. Давай, нет, ну чё ты, ах ты, ёлки-палки. Ладно, я все не могу отрегулировать мощность на нем. Он слишком быстро как-то вот тут переворачивается. Вот, давай, вот так вот, давай, во, вообще четко. Так, и последний мега-трамплин. И, опа, бум-бум-бум-бум. Ладно, окей, будем считать, что он справился. Ах. Ну и что, наш любимый ВАЗ-2106? Давай-ка, сможешь ли ты перепрыгнуть хотя бы один трамплин? Давай, врум! Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, даже перевернулся от избытка мощности, ладно. Слушайте, это прикольно. Он, наверное, проедет их все. А, так, хоп! Оп! Ой-ой-ой-ой-ой! Лоу! Просто вот так изогнуло, смешно. Ладно, давайте попробуем еще разок. На максимум, давай, скорость на максимум. Ох, елки-палки, опять его так же согнуло. Слушайте, если гелик постоянно переворачивался вперед, то этот засранец пытается всегда как-то за... На... Назад, что ли, я не знаю. Опять вот сломал то же самое. Опять сломал то же самое и опять не смог никуда проехать. Давайте на максимум, просто скорость максимальная. Давай. И все равно сломал это все себе. Ну давай. 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 И
И от первого лица. Врум, максимум. Врум. Бум-бум-бум. Оу. Ребята, но у шестерочки есть одна очень важная штука, которую нельзя, нельзя сбрасывать со счетов. Смотрите. Турбина, мать ее, за ногу! Боже, куда она улетела? И я не знаю, где низ, где верх. Она летит вниз и... Бум! Превратилась просто в комок. Атас. Ну... Ее можно еще вот так разогнать. Это турбина. Ладно, дубль 2. Давай. Блин, не получилось. Главное грамотно этим воспользоваться. Давай. Ох, колеса все в хлам, и она сама в хлам. Но она может все еще ехать. Это вам не та приор, которая была. Она даже в таком состоянии разбитом может ехать. Смотрите, она же парит. Она парит. Ну все, ладно, дерево ее оставило. Ой, забавно, слушайте, это прикол. К сожалению, такая штука есть не у всех машин, только у шестерочки этой. Ладно, давайте попробуем Феррари. Может быть, Феррари нам покажет, как нужно ездить. Так, вот у нее такого нитра, по-моему, нету, да? Да, у нее такого нитра нету. Она может ехать только, ну, как сама захочет. Такая... Только что она очень медленная, эта Феррари. Ее хочется перевернуть постоянно. Потому что даже если мы вот так газанем вперед, она все равно, видите, такая... Я еду, я типа еду. На самом деле вообще не едет. Такая просто вот чуть-чуть так пытается что-то там показывать. И максимально быстро ее можно завалить вот так. Бум! Вот так-то. Все. Феррари готова. Ладненько, ребят, давайте не закончим. В общем, вы поняли. Пишите свои машины, которые вы хотите, чтобы я с ними что-то сделал, в комментарии. И что с ними сделать тоже в комментарии. Потому что сравнить, не знаю, или разбить. В общем, все это пишите в комментарии. Вот, подписывайтесь на канал, если за первый раз в ВКонтакте. Подписывайтесь на Twitter, Instagram, все ссылочки есть в описании. Ставьте этому видео лайк, если вам понравилось. А на этом все. Мы увидимся с вами в следующем видео. И всем удачи. Всем пока. Yeah!